спросил телефон, поэтому... This is amazing! О, боже мой. Всем уже доброе утро. Сегодня будет очень интересный день. Поэтому, конечно же, я беру вас с собой сегодня. Мое маленькое путешествие по городу. В общем, сейчас я буду выходить. Как твои дела? Отлично, кофе вкусное, настроение прекрасное. Еще бы снега всего бы не было, вообще отлично было бы. Весна. Мы идем за мармеладом. А еще Лера старается не фотографировать ее, а это так стрёмно будет. У меня просто сел телефон, поэтому... This is amazing! Я сейчас буду плакать, потому что не могу больше ждать и... Где? Слышишь, что я сделала? Сними, что я сделала. А, да, сейчас. Мастер Лера. Ты просто спросила? Да, и нашли ее. Но уже тупой телефон разряжается на холоде. Вот почему я не люблю айфон. Люди, потому что Лера заряжает телефон, который как бы разряжается, но... Как бы у него 46%, но он выключается. Как бы, да, ему будем ставить теперь тут, потому что Лера хочет зарядить до 50, до 60, да? Ну, насколько можно? Да. I was never faithful, and I was never one. Сиди, мне холодно. Мне очень холодно. С головы поезда. То есть это будет рядом. То есть надо идти тут. Очень, господи, спасайтесь. Вообще пошел снег. Да. Потому что что, правильно, приехала Полина? Ну, точнее, она едет. Там нервы этих первых. You're so fucking precious when you're mine. Baby.
И сейчас я хочу приготовить себе маленький перекус. И, в общем, да, надо немножечко перекушать и попить чай. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. You caught my eye. Что происходит? Я даже не знаю. Что-то все шипит, и чувствую-ка Женя, что ей придется мыть эту штуку. Чувствует. Просто чувствует. Даже не чувствует, а знает.